Тем временем в Дагестане запустили флешмоб под названием «Добро пожаловать в республику». Он посвящен чемпионату Европы по борьбе, который начнется уже через месяц. Известные спортсмены и тренеры фотографируются с табличкой, где приветствуют иностранных гостей и болельщиков, которые приедут к нам на чемпионат. Снимки размещены в социальных сетях. Акцию уже поддержали спортсмены Мурат Гайдаров, Шамиль Кудиямагомедов, Тимур Гайдалов, Ильяс Бекбулатов, тренеры Гайдар Гайдаров и Абдусалам Гадисов. Таким образом, флешмоб должен продемонстрировать дружелюбность республики и готовность встречать гостей с кавказским гостеприимством.